утренняя зорька. Хорошо? Нет-нет, не завидуйте. Не мои это снасти, не мой улов. Хозяин этой сетки сбежал. Знает, чем грозит встреча с рыбоинспектором. Вот еще кто-то пытается удрать. Что ж, придется поднажать. Лодка без номера. Так и есть, браконьеры. Головин, житель Писаратова, и Петров. Браконьер. Это благозвучное французское слово в переводе на русский означает вор. Потому-то и закрывает лицо рукой работник энгельского капронового завода Литвин. Придется отвечать за грабеж. А вот эти двое – работники энгельского мясокомбината Шевчук и Козличка. Не знают стыда и братья Карьева из Саратова. Вылавливают бреднями рыбу в протоке, губят молоть. А ну-ка сворачивайте. Пошли. Пошли.